цехах Алматинского хлопчатобумажного комбината имени 50-летия октября родилось немало замечательных трудовых починов. Инициатором одного из них в начале 9-й пятилетки выступила Лидия Кочетова. Она обязалась выполнить личную пятилетку за 4 года. Работая на 20 станках вместо 14, Лидия Кочетова сдержала слово. Пятилетнее задание выполнено ею за 3 года и 45 дней. Почин Лидии Кочетовой подхвачен десятками ткачих комбинатов.